Мужчины, приветствую вас. Наши подписчики в Инстаграме знают, что сейчас мы делаем объект Московской области. И под нашей задачей нам понадобился плиткорез. Простой, надежный и, самое главное, недорогой. Так как я не любитель платить за шильду известного бренда, решили взять китайца, выпущенного под контролем компании Diam. Инструмент нам нужен был, как обычно, вчера. Ждать времени доставку от транспортной компании не было, поэтому решили поехать своим ходом. И зайдя в этот магазин, рай для плиточника, руки сами потянулись к камере, снять небольшой обзор того, что там есть. Кроме плиткорезов, Диам еще занимается дисками различными, алмазными. Мы к себе, кстати, тоже прикупили там на пробу. Я старался озвучивать цены на плиткорезы и диски, но если что, ссылка на магазин будет в описании. Так что, мужчины, приятного просмотра. Нам сейчас предложили плитку 2,5 метра. Чем можно это? Под вашу задачу такой хороший, очень профессиональный плиткорез, кристалл турецкий. Очень удобный для разлома большой уличной плитки. Главное его преимущество, вот у него аналогов на рынке, здесь пневматическая система подъема и опускания. Не нужно постоянно нажимать на ручку во время реза. Достаточно просто перевернуть в одно положение и просто провести по плитке. Потом в конце поднимается и ломается вот этой рукояткой. И до какой толщины здесь? Здесь 23 миллиметра. Это серьезная штука. Дорогой? Да, скажем. Порядка 88 тысяч. Ну, для этих задач не так и дорого. Корезы, турецкая марка «Кристалл», как бы на данный момент пока что мы являемся эксклюзивными представителями по этому производителю. Очень хороший плиткорез, как бы его преимущество, то есть ценовой категории там от Sigma Monolith он гораздо дешевле, то есть 850-й плиткорез стоит там до 20 тысяч рублей. И у него очень большое преимущество, у него двойная лапка для слома не только тонкой плитки там до там 3-6 мм, но и толстой до 23. То есть дополнительно опускается лапка и ломается большая толстая плитка. Преимущество Rolex с очень большим ресурсом, по отзывам наших клиентов, там больше 500 погонных метров, но, опять же, все это очень условно. А что по деньгам? Rolex порядка 1000 рублей, но, как я раньше сказал, 850 плиткорез получается в диапазоне до 20 тысяч рублей. Да, цена огонь. Парни, посоветуйте черепашку хорошую. Для заусовки керамогранита, это зависит от мастера, используют либо сухие, либо универсальные черепашки, как правило. Грубые зерна, там 50 или 30 используется веткой, чаще 100, 200, 400. Это позволяет снять сколы на плитке и сделать гладкий угол. А что по деньгам? Ориентировочно 400 и 500 рублей за штуку. Ну, то есть тут выбор обширный. А на сайте есть этот на сайте онлайн-помощник, да? Да, есть онлайн-консультант и полный ассортимент с фотографиями и со всеми ценами. Ну и доставка по всей России. Да, все как всегда. Нас интересуют диски для резки керамогранита. Вот у нас, допустим, большой объем. Нам нужно, чтобы там износоустойчивые диски были. Ну, диски из высокого ресурса. Вот такая линейка Masterline с толщиной 1,2 мм, с усиленной серединой. Его в основном рекомендуем для жестких керамогранитов, перекаленной плитки. Для более аккуратных работ это идут диски линейки Extra Line, также с толщиной 1,2 мм, либо такая линейка Profidiam, вот, они полностью сплошные, с микропазами, чтобы не вело при работе, на каленых корпусах. А что по деньгам? Сколько левый, средний? 770 рублей, 1270 и 1360, это ориентировочные цены. Ну и по мокрому резу, сразу, да? Мокрый рез, самый топовый диск именно для керамогранита, для твердой плитки, это Granite Elite линейка, у нее каленый корпус, также псевдосегменты для того, чтобы не вело при нагрузках, при дополнительных. Но если речь идет о резке очень тонкой глазури, керамики, стеклокерамики, фальш-мозаика, в основном используют вот эти диски Keramic ST, у них толщина 1,2 мм, усиленная середина, чтобы не выгибала при нагрузках.
Ну, вот они дают очень точный, качественный рез. Одни люди у меня брали эти диски для резки стекла триплекс, четверка. Стекла не лопались, не холодились. То есть даже стекла резали, да? Да. Ну и касаемо наших плиткорезов, которые производятся под торговой маркой Диан, то есть в разной линейке, они произведены на разных заводах. СП самая простая серия, вот новая линейка EX, более сложный направляющий, но более надежный. Линейка Masterline и линейка ProLine. Ну, линейка ProLine, то есть ProLine преимущество — это направляющая, она висит на 7 подшипниках, здесь очень плавный ход. Вот, но это направляющая, как, ну, в принципе, на любом станке, она требует своевременного ухода. Линейка Masterline — здесь преимущество как бы в 6 подшипниках, но сам металл направляющий чуть более слабый. EX вообще кардинально по-другому сделана, как бы от тех предыдущих станков. Здесь подшипники не расклинены снизу в направляющие, а просто распираются сбоку, как бы, что дает большую площадь, как бы, соответственно, больше жесткости при резе под 45. СП самая простая, самая продаваемая, популярная линейка. Здесь всего 4 подшипника, 2 подшипника, 2 эксцентрика. Но он требует более частой настройки, особенно при резе под 45 градусов. Ну а так, в самом конце хотелось добавить, что если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете писать нам в онлайн-чат, позвонить по любому из наших телефонов или написать нам на почту. С вами был Ян Тулс. На следующее утро уже все пошло в бой. Диски были поставлены на болгарку, начали резать подрезку. Сразу же мы распаковали станок, собрали его, залили водой, создали этот узел. В общем, сразу пошла работа в боевых, так сказать, условиях. На станок мы сняли полноценный большой обзор. Выйдет чуть-чуть попозже. Поэтому, чтобы не пропустить новые выпуски, нужно обязательно подписаться на наш канал, поставить колокольчик. Если видео вам понравилось, нажать лайк. Если не понравилось, нажать дизлайк. И подписывайтесь на наши соцсети. Инстаграм, ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем пока. И спасибо, что смотрите нас.